ребятки, всем-всем большой-большой привет. Очень рад, что вы на моем канале. Давно меня не было в кадре. Очень много видео выпущено без меня. Кстати, как вам такой формат, когда больше видео, меньше меня, или все-таки я вам нужен здесь? Риторический вопрос, можете на него не отвечать, хотя, кто знает. Ну что, я вам хочу сказать еще раз всем спасибо, что вы на моем канале, нас 36 человек. Канал потихонечку растет, обрастает новыми пользователями, новыми зрителями, но... И лично мне хотелось бы с вами познакомиться поближе, поэтому под этим видео я предлагаю вам всем оставить свои комментарии в виде города, где вы проживаете, страны той, в которой вы живете. Возможно, чем увлекаетесь, что вам интересно на моем канале. И таким образом у меня сложится картинка, представление, кто же меня смотрит и что вам хочется видеть. Напомню, что мой канал, он больше о путешествиях, о спорте, в частности, о санном спорте, потому что я работаю врачом в сборной команде по санному спорту и имею прекрасную возможность наблюдать за баталиями, которые происходят в этом виде. Также этот канал рассказывает о моих путешествиях. Чаще всего я организовываю их самостоятельно, не прибегая к туроператорам. Ничего плохого не имею против пакетных туров. Иногда это даже очень выгодно в сравнении с лично организованным путешествием. Но, тем не менее, всегда хочется получить какой-то новый опыт, какие-то новые впечатления. И организация самостоятельное путешествие, она в полной мере позволяет это сделать. В ближайшее время я постараюсь выпустить серию роликов про Таиланд, потому что, как вы помните, кстати, ссылочка будет наверху, я вылетел со второй попытки в Таиланд и встретился со своими друзьями. Но на этом выпуски завершились. Объясню почему. Во-первых, очень много материала. Во-вторых, хочется все-таки в путешествии отдыхать. И очень сложно одновременно и отдыхать, и записывать контент, и монтировать. Поэтому я выбрал отдых. Ну и второе, что немаловажно, просто физически пока не было времени вот взяться и выпустить ролик. Так что в ближайшие сроки я постараюсь наверстать упущенное, и вы сможете насладиться новыми выпусками. Кроме того, в Кисловодске мне довелось классно полетать на дроне. Я получил огромное удовольствие от этого и поделюсь с вами этим видео. Я думаю, вы тоже сможете насладиться природой и ландшафтом Кисловодска. Ну и еще в ближайшее время будет выпуск про нашу летнюю подготовку. Буквально вот сегодня завершился второй сбор наших спортсменов. Так что ждите. Еще раз повторюсь, если смотришь меня и еще не подписан, подписывайся. А если подписан, то ставь лайки или дизлайки и пиши комментарии. Таким образом, мы будем такой большой дружной командой, которая совместными усилиями делает все, что нам нравится. Интересный контент, классные комменты, движение только вперед на увеличение. Так что погнали! Меньше чем сутки мне здесь, в Таиланде, море. Но невероятно красиво.